Да, подождите, я все подберу и продам там. Подожди, тут еще какие-то шматья. Короче, пошли. А, туда в телефон, что ли, входить, да? Подождите, без он меня скажется. Выполняйте. Мне уже бабласика. У меня 6 тысяч бабла. Немало. Все, ты моя точная копия. Все, давайте куда телепортироваться? Так, find and kill Джондар какой-то. Какого-то Джондара надо убить. Только вот где он? Куда надо телепортироваться? Сейчас, подожди. Я знаю, где он, Павел. Где? Где он? Сейчас я в город зайду, шмотки продам. А, я тут, подождите меня. И меня. Сейчас. Так, Нью-Тристрам. Тристрам, да? Так, Тристрам. Тут у меня, блин, все переполнено. А тут можно shift держа как-то продавать вещи? Тут правой кнопкой мыши просто жмешь, они продаются. А, да, блин, а я сколько мучился. Я тоже. Легко и просто. Все. Итого я срубил. Блин, пока что я ходил, я набрал 2000. Все свое шматье продал, которое весь рюкзак мне заполняло. Срубил 100 бабла. 100 бабла? А что у меня здоровье не восстанавливается? Так, давай, маг, говори. Павел, а как ты так стреляешь? Это я сделал. А, это ну, скилл. Костя, как ты так делаешь? Скилл это. А, скилл. Это у вас пулеметик. У меня уже 6 тысяч бабла. У меня. А у меня почти 10 косарей. Сколько? Почти 10 косарей. Так, куда ты, мага, там говорю, надо идти? Давай, телепортироваться только куда? На левел 3, по-моему. Да, левел 3. Да, кейсдрав левел 3. Ну там точно надо знать, вот того, что когда телепорт есть, там. Все, пошли. Кубок сет это квест. Короче, давай показывай где это. Так, сейчас 17:13 уже. Блин, 17:13? Времени, да? Да. А у вас? Там вверху время написано. В углу, в правом верхнем. Удобно очень. А у вас сколько, Костя? У меня 15 минут. 17:13. Нет, у меня на часах было. Ну, наверху там написано время. Где часы? О, вот здесь мы часы. Ух, ё. Давайте все, скилл на толпу пошел. Ой. Ах, у меня игру заело. Ооо, тут монстр, телепортер. Бей его. Ну, Павел, как я так подкидываешься? Это скилл у меня такой. Мы еще и телепортироваться умеем. Баблосик. Куча баблосика. Идемте дальше. Идем. Ух ты, какой колчан мне выпал. Плюс 6% голда с монстров. Нам телепортироваться. Ох ты! Вот он этот Джордан. Точнее, Джондар, бей его! Давай, все, башер поймал, быстрее! Да блин, что это. А, у меня там ярость кончилась. Костец, стреляй да по нему. Джордан. Башер поймал. Почти убили. Это заубили. Все, его убили мы. А где его голд? А, его допросить нужно, что ли, что-то такое. Найти, убить его. Вот мы убили его. Че, голда нету? Гори голд, сволочь. О, да. Ух ты, ух, выпал какой-то. Эх, херня. Да. Я тоже. Мне тоже. О, мне какой-то посох выпал. Вот он, блин, прыгнул. Что? И мне какое-то сообщение пришло, я ук нажал от этого. Я тоже. Идемте, все,
Тируемся. Так, search the for the Royal Crypts, нам сюда. Уже четвертый, на четвертом левеле мы. Да. Убью, если ключи. Ух, ё, теперь какой-то синий. Такие уже были вроде. Такие были, то какого-то другого цвета. О, с них чертята какие-то выходят. О, ну нет, только не они. Они мелкие, но сильные. Еще быстрые. Хэдкрабы, блин. Так, у меня. Так, идемте вот сюда нам. Сюда нам, да? Да, здесь тупик. Значит, сюда вниз. Так, вниз тоже нельзя. Вот, я чуть... А, это ловушка была. Да. Вот тут какая хрень. Нашел наш... Вверх. Там... А, там. Вот тут дверь есть, не наверх нам. Сюда. Ой-ё! О, чёрт! Тут босс ещё. Ох ты, обожаю боссов. На, башер поймал, ёлки. О, он ещё и телепортится, что ли? Давайте-то я же танкую, и меня бьют они. А, нет. Меня бьют, они не угадал. Да вот я их бью, они меня не бьют, что-то вообще, что ли, бля, бейте меня. Вот, башер поймал. Ой, я убил. Всё. Ух, сколько тут бабла-то. А, сколько этих чертят. Левел 8. Ага, у меня нету нового. Актив скилл unlocked leap какой-то. Акепт. Я прокачал какой-то акепт. Так, кому нужен меч? 13-3 урона. Давай мне. Вот, сам посмотри. Хороший меч. Блин, мы же могли этой люстрой их убить. Вот парились, блин. О, опять. О, СПС, Павел. Так, у меня скин какой-то новый. Блин, какую-то хрень призывает. Ни хрена скелеты эти блокировать умеют. Ууу, мясо! Вау, чё со мной стало? Отлично. Чё со мной стало? Я красный. Всё, дай. Ты классный, да? Смотрите, смотрите, тут что-то есть. А, вот. Кассет, подойди, да. Все, подошел нормально. Так. Идемте. На 2 минуты что-то нам дали. Опять этот френзит, ярость, урон увеличен. Ух ты, а чё ярость бесконечная? Так, тут какая-то хрень упала двуручно, видно для тебя, мага. 12-3 урона. Она, правда, беспонтовая, просто так. Ну куда ты убежал? Давайте ждем. Идем по нему. Ты мне чуть лесу не сбросил. Вот, ух, ёо, что это? Угадай. Скелетон вам усеять пулю. Вот, вот, эй, смотрите, быстро, быстро. Ой, давай, башер, башер поймал. Все, блин, на меня свой толчок дали. А что, нет? Блин, у меня и мана, и ярость кончилась. Ну, смотри, сколько тут всего. Ух, ё, сколько тут беспонтово она выпадала. Блин. Дальше. У меня еще одна красная шапочка. Даже две. Так, Макс, смотри, тут какая-то дверь. Я туда пойду. Нет, 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 вот сюда же, наверх нам. Я не знаю. Там я тупик забрал. Я у тебя вижу. Вот, вот сюда тут и монстр есть. И тут тоже. Тут тоже мы расстреляли одного этого толстяка. Тоже чем бесить. Короче, о, давайте да. Разделимся, посмотрим, может что-то найдем тут. Да нет, да раздельно зачем? А, да. Я уже в тупике. Блин, я тут трупов столько нашел, тут колда повыпадала с них. Все, я уже не один.
Солид уже отделился от самого себя. Да, да, Павел сюда куда-то и говорил. Ой, 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 ой. На, вот Башер поймал, давай, опа на. Убегаем, опа на, что-то взяли, будем. Ты ловушку сбил. Быстрее, быстрее, давай, 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 давай. Все, отлично. О, черт, скелеты лучники. Да я же баг не слышу. За нам тут двоих демонов хантеров хватает. Вот, давайте освободим его. Кого этих чертят из этого чела? Да. Я не хочу их освобождать лично. Куда побежал? Ах, охренеть тут скелетов. Вот он что хочет от жизни? Кто именно? Вот это телепортер какой-то. Он хочет жить. Зилка. Так. О, мужик, скоро вот надо. Я вас жду, эй. Я Павел. Иду. Ты когда туда успел добежать? Микрофон вырубил. Я был. Как ты узнал? Ты козу был. Я убил одного скелета. Элитные скелетоны. Нет, я даже двоих убил. Кто вообще? Блин, мне тогда на верхней не хватит места. О, Костя, ачивка. Что это значит? Ачивку получил, что это значит? Достижение. Я что? У тебя, по идее, внизу должна была появиться такая, типа, ачивка. Блин, что-то, что-то. Так, что здесь тупик. Я же говорил, обратно нужно идти туда. Ну там еще ж проходы есть. А вообще мы уверены, вот, что вот, нам вот, тут вот надо где-то. Павел, смотри, нашел. Что это? Налево. То есть вниз. Или направо. Или хрен знает куда. Да. Так, какая-то баррикада. Блин. Мы возвращаемся, походу, где были. Вот, смотрите, рубка. Не, а мы не возвращаемся. Вот смотри, там же дальше исследованная область, мы там были. А, да, да, тут походу как-то много ходов. Так, еще 17:23, сейчас еще до 17:30 записываю и все, наверное. Я. Почему? У меня место же кончается. Ну, разрешение поставь маленькое. Чего? Разрешение поставь маленькое. Зачем вот мне не разрешение не хочу в HD делать? У меня и так в HD только. 1920 на 1080. Ой, 1280 на 720. Чё, сюда да, нам Павел? О, похоже, да. Да, 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 нам сюда. Royal Crypts написано тут. Чё-то я слишком сильно от вас отстал, пацаны. Подождите меня. О, там телепорт. Давай, ждем тебя, Костя. Так, пока можно сходить в городок и что-нибудь там продать. О, сейчас возьму зелки. Так, ну чё она зависла? А, вот, наконец-таки. И почему я раньше не играл в эту игру? Хрен. О, телепорт. Так, ладно, пока снимать не буду. Так, а ну-ка, чё за перчатки? Как-то их раньше не замечал. О, то что нужно. И 6 шансов на предметы. 5 минут еще. Дайте уже все переставать снимать. Да не, да давайте, да я еще хочу играть. У меня место кончается. А у меня время кончается. Нужен тебе это? А, нет, не нужен. У меня какой-то магический хард кроссбоу.
арбалет магический. 17.6 дэмэйдж. А ну-ка, дай-ка мне его этот арбалет. Вот. Надо мной. О, да, СПС. НЗ. Я его мог бы продать за это. За 100 монет. У меня вообще пишет за 55 копеек только я могу продать. А, да, значит перепутал я. Что-то такое вот. А то давно у меня побольше урона не было. Так, пойду скину туда вещи магические. Так, как их там скидывать? Давайте пошлите дальше. Я уже телепортировался. Блин, а как скидывать все эти вещи в кузницу? Там. Я сам особо не понял, если честно. Короче, там какая-то типа наковальня, вот туда кидаешь ее, третья вкладка. Удали ты у себя лишние вещи на компьютере, давай играть. Я, кстати, у тебя в шаре видел Мадагаскар 2, удали его. В шаре это Мадагаскар 2, тут уж вчера у тебя скачал. Ну, все равно 3-4 гига, что даст там 5-6 минут. Ну, 5-6 минут тоже хорошо. Давай, удали, или ко мне все перекинь, я тебя опять перекину потом. Что за призраки? Блин, 40 гигов столько долго же будут перекидывать. Ну, удали что-нибудь ненужное. Давай, да, поехали. У меня ничего ненужного нет, у меня все нужно, то, что я прохожу, играю. Ой, я еще так кооператив тоже не залил. Что за души? Смотрите, монстр вышел. Павел! Мне кажется, у меня носили со штанов. У меня нет со штанами вроде. Ух, ё, что это за херня? А, вот он это, кстати, король скелетов. Павел, чё ты полный ходишь? Чё ты врёшь, я не такой. Как тебе не стыдно? У тебя, кстати, был. Ай, вот эти вещи ломайте. Да я их ломаю так. Хороший. Ай! На, я тебе попал. А чё? Меня зажали просто. Message 10 monster skillet. Well again. Чё, так мало? Дальше идемте. Павел, ты время от времени проверяй, у тебя фрапс работает или нет. Когда мне снимает, он сам останавливается. Я знаю. Так все прямо делают. А плейклап забыл еще и вылетает. Если бы экшен работал, я бы им снимал, но он тут не работает. Работает. Блин, я не могу клап пройти, какой-то хрен. Павел, снимай плейклапом. Он моросит у меня, звук не записывает, от статус такой, не по кайфу, да. Ну, люди, отдай ему свою версию. Блин, сейчас, походу, мне вставать придется. Почему? Пришли. У меня ко мне, если тоже, кстати, придут, то мне тоже придется. Ну, зато от души поиграли, короче, ключик достану, потом еще будем играть. Хорошо. А. Будь уж так. Я сделаю руки, пожалуй, что-нибудь лупы. Одному мне как не поиграть. Чего? Одному мне как с него играть? Просто там старт нажимаешь, когда персонаж выбираешь. А потом у меня такой же левел шмот останется. Да, да, да. Если ты этого выберешь персонажа. Что-то уже скучно стало. Ладно, давайте. Может быть, потом еще поиграем. Так, что ж, тут все на этом.